Вы просто проходили мимо? Мы тут подумали, что нам нравится играть в волейбол, но мы хотим быть в нем лучшими. Отлично. Я хочу того же, чтобы вы были лучше. Мы не желаем играть на мальчишниках и корпоративных пикниках. Хотим просто играть в волейбол. Официально. В волейбольной лиге. А как насчет Олимпийских игр? Даже у России есть команда. Я вас понимаю. Но хочу, чтобы вы поехали на еще один мальчишник. Нам дадут кучу денег. Там будут обходительные юристы. Хотя, говорят, таких не бывает. Потом вы поедете в Лас-Вегас для выступлений на выставках автомобилей. А через полгода можете готовиться к Олимпиаде и выигрывать спортивные призы. Слушай, друг, давай прекратим эту ерунду. Может, мы найдем золотую середину? Нет. Делайте так, как хочет Билли Коул. Или идите на улицу.